хотел бы вам показать те капусты, которые мы предлагаем, которые у нас есть в ассортименте, просто чтобы вы знали, у каждого из вас в пакетах есть абсолютно новый каталог 16-18 года, в котором вы можете увидеть всю гамму капуст, которые у нас есть. То есть это экзотика, это капуста, которая именно для заморозчиков, это у нас эксклюзивный вариант, но тем не менее, то есть если кто-то когда-то задумается и спросит, или ему потребуется такая капуста, знаете, что на сегодняшний день в Украине две компании всего поставляют. Это компания Клосс и компания БФ, такой тип капусты. То есть по своим качествам вы можете их сравнить и увидеть, ну, то есть преимущество нашей капусты. Эта капуста устойчива очень к похолоданиям, то есть она выдерживает мороз до 5-8 градусов, то есть минус. И при этом остается, ну как бы, ее можно после этого еще сдавать на переработку переработчикам. Дальше. Все больше и больше набирает обороты. Я не могу сказать, что это уже прям массово. То есть, если посмотреть, то по нашему анализу, в 2008-2009 году продажа цветной капусты и продажа такой позиции, как брокколи, то есть, была приблизительно такая же, как сейчас, вот в этом году. То есть, фактически, когда возможность у народа финансовая была намного выше, то есть народ начинал пробовать намного больше таких капуст, как брокколи, как цветная и так далее. Как только финансовое состояние населения уменьшается, то возвращаются к обычной белокочанной капусте. Но брокколи с каждым годом добавляет и добавляет. На это есть определенные причины. То есть эта капуста в заморозке продается, то есть как продавалась в Россию, так и продается только через Белоруссию. То есть есть рынок потребления такой капусты. Наши селекционеры нас радуют тем, что практически каждый год мы получаем 2-3 новых гибрида, которые испытываем и подбираем. Дальше. У нас в Польше, мы знаем, что Польша, она лидер среди производства цветной капусты и брокколи. Там площади выращивания цветной капусты и брокколи там порядка 2000 гектар. Это только брокколи. Если у нас брокколи, это всего-навсего там, ну, 400 гектар. То есть их климатическая зона, их погода позволяет получить, ну, идеальные хорошие головочки. То есть сейчас у нас этот рынок развивается. У нас представлено несколько гибридов. Здесь мы видим капусту Рома. Это капуста, которая именно на осень идет. И это капуста, которая отлично имеет хорошую бусинку. Имеет хорошее соцветие, то есть когда она разбирается, то есть у нее красивые такие сложенные соцветия. Также у нас в ассортименте очень много цветных капуст, начиная от 55 дней вегетации, то есть что можно выращивать под пленочным укрытием, и заканчивая 90-дневными капустами, которые необходимы именно для уборки вот в этот весь, ну, то есть поздний осенний период времени, которые пригодны для заморозки, которые имеют очень плотную головку. Это, то есть мы специально привезли как образец, чтобы вы видели, что у нас еще есть в ассортименте. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.